Всем привет! Сейчас я использую свой пылесос с водой. Вначале я не поняла, куда нужно наливать воду. Ее нужно в итоге наливать вот сюда, сзади наливают воду. Как видите, он хорошо морит. Нажимаете сюда, и вот влажность. Сюда, я так понимаю. Я нажала, и оно начало мыть. Уже не просто пылесосить, а мыть. Тут интересно, отмоет краску или нет. Скорее всего, нет. Вода у нас есть еще. Короче, полы больше не мою. Видите, запах приятный. Так, сейчас покажу. Вот эта штучка, один колпачок наливаете, запах приятный. Он, что интересно, он как будто сам едет. Как будто еще вас за собой. Это пятна, которые вряд ли отмоются. Многовековые. Квартира, дом старый. Очень хорошо пылесосит, мощный. В общем, пылесос рекомендую всем. Не пожалеете. Тинеко 5. Это 5, есть 7. 7 самый новый пока что. Ну, скоро будет, наверное, 9 новый. По деньгам, я думаю, в каждой стране по-разному. Я покупала в Израиле 3200. 3200. Так что покупайте вот еще с этой штучкой даже. Только купили.